И наконец-то пришло время для покраски нашего Bajaj Boxer. Так как у нас нету покрасочной камеры, мы, можно сказать, напросились к нашим друзьям из компании Car Building. У них есть профессиональные покрасочные камеры, профессиональное оборудование, поэтому решили делать все у них, потому что все должно получиться очень круто и классно. Кстати, ссылочка на контакты Car Building будет в описании, там, и Instagram, все вещи, чтобы вы могли посмотреть, что ребята делают. Там просто очень невероятные и крутые тачки выходят из их мастерских, поэтому я всем рекомендую туда посмотреть. Ноу-хау электрическое с добавлением оборотов. Eccentric 5 работает просто отменно. То есть вибраций нету. Если надо километр квадратный перешлифовать, то, наверное, ничего лучше не придумать. Кстати, если вы досмотрите это видео до конца, то узнаете, почему так долго не выходило видео по Баджаджу. На самом деле будет все очень интересно. Перед покраской надо обязательно все обезжирить. Все, ребят, серьезно, есть стойка, все нужное оборудование присутствует. Сейчас такой матовый, камера точно не передает, как это выглядит в реальности. Прям хочется оставить его бархатным таким, но решили делать глянец. Пока мы занимались покрасками, наше сиденье мы отдали Ване, к которому мы все время обращаемся за перетяжкой разных сидушек или что-то нам надо сделать из кожи, поэтому всегда звоню Ване. Ваня всегда делает все классно и четко, очень ответственный парень. Его контакты также будут в описании, поэтому смотрите, кому нужно что-то сделать из кожи, то все туда. И, собственно, так получилось, что когда мы собрали уже мотоцикл, его сфоткали, отправили фоточки владельцу, то ему пришла идея, что неплохо бы сделать немножко все по-другому, лупануть на мотик аэрографию, дать ему свой, так сказать, уникальный, неповторимый стиль. Идея очень четкая, уже она практически закончена, и вы скоро уже увидите, что у нас получилось в конечном результате, поэтому, чтобы не пропустить это видео, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. С вами был Жека, пока-пока!